В Химках провели благотворительную акцию помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Для детей устроили обширную культурную программу и вручили подарки. Организаторы – благотворительные фонды «Город добра» и «Хэппи». Накануне Нового года мы решили пригласить малоимущественные семьи, семья инвалидов, поздравить на новогоднем празднике. А ежегодно мы их приглашаем и ежегодно поздравляем, и дальше будем поздравлять. У Светланы Изольской двое дочерей и двое сыновей. Рассказывает, покупка новогодних подарков в большой семье – приличный удар по кошельку. Помогает администрация и благотворительные фонды. Помогают, да. Вот, спасибо главе за подарки новогодние и за елки, которые нам предоставили многодетным семьям. Помимо подарков и поздравлений, семьям вручили пакеты с продовольствием. Всего помощь получили 35 семей городского округа Химки.